Африканская чума – это заразная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и скоплением крови во внутренних органах. Очаг лихорадки был обнаружен в селе Сурские вершины Барышского района. За несколько дней до этого на территории местного заказника был найден труп инфицированного дикого кабана. Как отмечают в министерстве, проверки, проведенные зимой и весной, инфекцию не обнаружили. В 2016-2019 году на территории заказника Сурские вершины выявлялись души павших кабанов. Лабораторные исследования, которые были проведены, выявили солевое отравление всех диких животных. Это вот именно при зимнем падеже. В правительстве отметили, что очаг заболевания локализован. На месте работают сотрудники агентства по ветеринарии и Министерства экологии. На выезд из села временно установлен контрольно-пропускной режим. С населением проводится разъяснительная работа. Необходимо принять постановление правительства Ульяновской области об учреждении животных и продукции животноводства на территории села Сурские вершины. Данный документ тоже ожидают в кратчайшие сроки. 15.07 не надо стоять здесь. Поэтому совместно и с Министерством финансов, и с нашим государством, правовым департаментом, если необходимо, Министерство цифровой экономики, подключайтесь к этому, чтобы оценить их и подготовить к принятию данного постановления. В пределах 5 километров от села будут уничтожены 23 особи. Места захоронения уже согласованы, подготовлена необходимая техника. В пределах 100 километров от населенного пункта запрещается перевоз и продажа свиней. Еще одной темой для обсуждения стал вчерашний пожар в здании правительства. Тема пожарной безопасности сработала безотказно. Наверное, вот те, как результат того, что буквально в прошлом году были проведены очень серьезные работы в здании администрации, видимо, все в соответствии с действующим законодательством противопожарным требованиям, поэтому это позволило нам предотвратить распространение пожара и локализовать его оперативно. Правительство работает в штатном режиме. Повреждено около 30 квадратных метров кровли. Незначительному ущербу подверглись несколько кабинетов на 4-м этаже и колонный зал. Пострадавшее крыло пока обесточено. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.